Продолжаем наш выпуск. Знать три языка – требование времени. Североказахстанская молодежь некоренной национальности активно изучает государственный язык, ведь свое будущее они связывают с Казахстаном. С ними встретилась моя коллега Гульнара Кали. Далада суык. Кайталамис. Далада суык. Виктория Говорухина связывает свое будущее с Казахстаном, поэтому, не раздумывая, после окончания школы поступила в Североказахстанский государственный университет имени Манаши Казыбаева по специальности учитель казахского языка и литературы с казахским языком обучения. Сегодня она уже магистр гуманитарных наук. У меня не было желания куда-то уезжать. Я знала, что я останусь здесь. А язык – это одна из необходимых частей нашей жизни. Когда мы живем в Казахстане, мы должны уважать это государство, раз мы здесь живем, должны знать этот язык. Поэтому я сделала такой выбор. Виктория 7 лет работает учителем казахского языка в школе детском саду номер 26, прививая детям любовь к родине и государственному языку. Мне нравится, что я даю это детям. И вот сейчас уже, наверное, есть какой-то опыт у меня в работе. Я вижу отдачу от детей. То есть вот если в прошлом году для меня было большим трудом научить их разговаривать, меня зовут, я хожу в детский сад, то сейчас они у меня уже могут довольно-таки длинными предложениями говорить про свою семью. Дошколята с удовольствием работают на уроке, познают азы казахского языка. Абус, кабус, жузим, виноград, жузим, яблоко, алма. Владеет государственным языком Елена Давыденко. К тому же знает в совершенстве английский. Она стипендиат программы «Булашак». В 2010 году окончила с отличием Ливерпульский университет по специальности «Инновационный менеджмент». На родине в Петропавловске как специалист востребована. Трудится заместителем директора Центра обслуживания населения инвесторов акционерного общества «Национальная компания СПК «Солтустык». Знать три языка – это требование сегодняшнего времени. Через язык мы узнаем менталитет, историю, культуру. Через язык развивается наше государство и входит в число развитых стран. Елена Давыденко планирует продолжить углубленно изучать государственный язык, развиваться вместе со своей страной. Гульнара Кали, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.